Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Звездные войны. Так, ну что, забираем с тобой 100 шипов. Так, это можно закрыть. Так, и у нас с тобой готовы подарочки. Ну-ка, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Команда с повстанцев. Турболазер. И 80 шипов. Так, хорошо. Сейчас мы с тобой откроем вот это. Ух ты, ну-ка. Так, разведывательный дроид. Это эпическая карта, кстати. Турболазер прокачается. И 600 шипов. Ну, я считаю, что это круто, ребят. Так, получить 70 шипов. Даром дают нам турболазер. А здесь огненную башню. Ну что же, а мы с тобой будем прокачивать. Ой, это, ребят, не прокачка была. Это я купил. Зачем-то их. Ну что, улучшаем. Армуль. Так, мы еще можем их улучшить, что ли? Ну давай. Так, довольные солдатики. Так, здесь у нас еще можно башни прокачать. Улучшаем. И здесь тоже мы с тобой улучшаем. Так, по красоте. Это у нас светлая. Подожди, темная, а на светлой стороне. Точно. Так. Прокачались мужички. Слушай, а тут-то чего не хватает-то? Ух ты, 1000 стоит. Ну что? Ох, выбрать могу. Так, тут либо Йода. Так, данные. Люк Скайуокер. Активно использует силу, часто посещает станцию ТОШ и гоняется за вомп-крысами. Возможно, вы их слышали о нем. А что же у нас тогда... Подожди ты. Делает Йода. Так, используй... Исполнится... 900 лет тебе, когда не сможешь так же быстро двигаться. Ты, а? 900 лет ему, нифига. Так, ну что, ребята, надо биться, драться. Так, в бой. Эндор. Ой, не то сделал. В бой. Начать. Так, ну что, друзья мои, игра обновилась, и я думаю, что нам можно, в принципе, приступить к поединкам. Ну что, поиск противника. За кого мы будем играть, за красных или за синих? Синие. Окей. В бой. Так, ну что, я, наверное, сделаю вот так вот для начала. А он тоже, вот гаденыш, а? Смотри. А ну-ка. Хорошо, мы ему там выпили, кстати. Давай, родной. Минус. Давай этого дрона валим. Отлично. По красоте. Так, здесь мы сделаем вот таким образом. Да он запарил своими дронами тут уже, если честно. Согласись. Давай, родные мои. Ох ты, ох ты, ух ты.
понятно всем, да, что надо делать. Малыши, готов. Так, погнали. Сносим эту башню ему, чертовой бабушки. А вот это вот не очень хорошо. Так, если, например, возьму и поставлю. Уже ничего не поставлю. Уже ничего не поставлю. Но вот так вот можно. Бинго. Да чтоб тебе. Давай, бросай. А как это, я не понял. Что? Ты думал, что уничтожит мне? Что-то я не врублюсь, ребят. Огнеметчик, что ли? Ну? Бой окончен. Мы выиграли, да, получается? Да, мы выиграли. Фью. Прекрасно. Так, награды уровня 2 какой-то получили мы с тобой. Не знаю, что это ты. Колба какая-то. Разблокировать, конечно. Через 4 часа. Угу. Так, а что у нас тут? Таблица лидеров. Угу. Так, лучшее нападение. Акбар оттесняет силы темной стороны на Скариф, чтобы обезопасить район и расставить свои собственные ловушки. Начнется через 9 часов. То есть пока это недоступно. Хорошо. Что у нас тут? Сезон адмирала Акбара. Адмирал Акбар расстроен тем, что не смог вовремя обнаружить имперскую ловушку. Возвращается на базу, чтобы отточить свои тактические навыки на боевом симуляторе. Однако, когда силы темной стороны застают его врасплох, он вынужден применить свои знания на практике. Выполните все миссии С3ПО, чтобы получить доступ к наградам сезона Адмирала Акбара, что дает шанс разблокировать уникальные эмоции Адмирала Акбара. Планета Скафир. Ладно, хорошо. Так, нам нужно с тобой идти в бой. Три поединка выиграем, будет уже хорошо. Поехали. За кого играем? За красных теперь, да? То за синих, теперь будем за красных. Окей. Ну, начнем, наверное, потихонечку. Yes, sir. Ты, блин, серьезно сейчас? Давай, 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 джедай. Минус. Минус база, друзья. Ну это вообще по красоте получается. Мы сейчас базу уничтожим, просто-напросто. Нет? Нет, пока еще не уничтожим. Yes, sir. Хорош, братюнь, хорош. Отлично. Полетели. Ну, есть. Он ничего не успел вообще сделать. Прекрасно. Ну что, победа за нами. Усиление даже какое-то у нас идет вот этой штуки первой. Так, ну что, поехали дальше в бой.
Ух ты, получить. Блин, еще бы одну карточку, и мы могли бы его прокачать. Давай не сейчас. Погнали. Все равно почему-то у меня синие на первом месте. Ну, красные, опять красные, да? Опять империя наносит ответный удар. Пу-пу-пу-пу. Еще делаем. Ну давай. Раз ты такой отважный. Ну, завязывай давай, парень. Что там не то? Ну давай, 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 давай. Все. Ой, вообще моментально. Отлично, ребят. Даже ничего не успел сделать. Мы разнесли в хлам. Так, нам нужно выиграть еще один бой, да? А, нет, уже выиграли. Получаем кристаллы. C3PO. А что он тут стоит, C3PO? Ты что вылез-то мне тут? Так, усиление. Это мы усиливать будем что с тобой? Вот эту вот штуку или что? Интересно мне знать. Так, то есть Эндер, нам нужно с тобой до Дженозиса добраться. Что, не так просто? Кстати. Так, теперь мы за повстанцев. Окей. Даже не знаю. Ну давай так, наверное, сделаем. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, оу, нет, 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 нет. Он джедая, ребят, пожалуйста. Ой, джедая. Ну ты понял, да? Ну естественно, естественно, он сейчас будет бомбашить. Эй, Уокер. Мы успеем как воспользоваться силой твоей. Чего? Это что такое, не понял я. Yes, sir. Блин, только не огнеметчик. Да на ты, господи. Так, слушай-ка. Давай, давай, малыши, бомбим. Вот здесь, кажется, он огнемет поставил, да? Ты посмотри, что творит, а? Давай, 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 давай. Шикарно. Ну кто такой-то, я не могу понять, с топором тут ходит. А? Друзья. Что за говнюха? Так, Димка, давай. Нам, наверное, вот так вот все сделать. Ну? Да ё-моё, чуть-чуть не успел, ребят. Я бы с удовольствием послал бы, конечно, на своей базе. Что мне нужно, но у меня не было возможности. К сожалению.
Так, погнали. Подожди, а я разве... Секунду. Разве я йоду не брал к себе? Ну-ка, погоди-ка. Где у меня отряды? Конечно же, и не взял, ё-моё. Вот так вот я хотел проверить. И тут почему у нас не улучшена турель, извини меня. Ты чё за выкрутасы-то? Вот. Совсем другое дело. Так, а здесь нужно 1000, насколько я помню, чтобы прокачать. Так, на темной стороне. Ну, тут все нормуль. Погнали. Я не знаю, мне кажется, что Йонду будет сильнее, чем Скайуокер. Ну, это мои догадки, я на самом деле не могу тебе сказать, потому что не видел его в деле. Так, остерегайтесь этих поргов. Каких еще поргов мне надо остерегаться, ребят? Ага, за Империю. Не знаю, мне почему-то все равно кажется, что Империя почему-то сильна. Может быть, я, конечно, заблуждаюсь? Так, стоп. Давай. Ну, он, конечно, крут. Так, он какой-то гульку отправил, смотри. Ударим. Да-да-да, не добежала машинка. Что-то нас тут, по-моему, разнесли, да, сейчас? Так, ну у нас тут огнемет, так что бояться не стоит. Угу. Давай сделаем так. Твою налево. Не самый лучший вариант сейчас был. Да какой, блин, этот? Ну, посмотри, что происходит, ребят. Как ты вовремя построил свою штучку. Давай, имперцы. Погнали. По-моему, ему крышка. 5 выжил, а? Давай, солдатики. Он что, думает, что я так просто легко сдамся, что ли? Я не пойму. Наивный малый. А вот и все. Он думал, я с ним буду тютюкаться. Угу. Как-нибудь без этого. Так, а мы можем что, получить уже? Серьезно? Ух ты. Так, боец Альянса из расы Дуросов. Дуросов. Что тут? 300 шипов. Здесь огненная башня. Стая поргов, которые могут улучшиться. И турбо-танк-клон. Вот так вот, ребята. Ну что, интересно, хватит у нас финансов? Давай-ка мы это все разблокируем. Можно усилить, кстати. Так, стая поргов. Ой, я не то сделал. А почему не то, ребята? Мы же можем здесь с вами купить. Вот, например, этих. Так. Здесь.
усиляться так по полной, да? Усиляться так по полной. Ну-ка смотрим. Так, темная сторона меня интересует. А, темная у нас есть. Нет, все-таки темную хочу. Улучшаем. Так, круто. Угу. А здесь сколько? 400 стоит, блин. А если на светлой стороне посмотреть, вот этот стоит 1000. Так, ладно. Эваки. Довольные. Так, можно их еще дальше улучшать. И довольные попрыгунчики. И еще можно улучшить. Слушай, но они должны быть крутыми тогда. Столько улучшений на получение. Есть, друзья мои. Мы получили с вами 5 уровень. Это круто. Так, теперь этих малышей. Так, хорошо взаимодействует с этими, да? Слабость против, ну понятно, огня. Сильны против вот этих вот. Угу. Так, больше у нас нету денег. А, вот тут можно еще улучшить. Все? Новинка. Какая тут... Ох. Возьмем, наверное, этого. Так, и вот сюда. Так, это за светло. Подожди-ка, что это у нас тут? Вход в магазин героев. Стоит-то они, конечно, прилично. Жетоны героев. Ну, нету у меня. Все. Давай, выходим отсюда и пошли дальше на поединки. В бой. У нас с тобой еще образовалась пустая ячейка. Тут, посмотри, тут очень много всяких разновидностей вот этих юнитов, но у меня нету их. Пока нету. Теперь у нас империя впереди. 207 очков имеет. Против повстанцев. Ну что там? Что там противник заискался-то? Эй! Че, неужели никого нету? Все спать ушли, наверное, да, ребят? Угу, империя. Достается мне. Даже не знаю. Ну давай так мы сделаем. Ага, он тоже вызвал, да? Да блин, ребят, там у вас подвисает, да? Что ты делаешь, Рэй? Вот это я сейчас тупанул, ребята. Это же надо было так тупануть, а? Что ты поставил? Смотри, что он позвал. А что это за машина такая, ребят?
Фига, он разнес. Трясе. Так, надо мне вызвать. Погнали. Мелочи порубим с тобой, да? Поехали. Немножко неудачно. Что-то как-то не заложилось у меня игра, ребят. Разносит все, а? Да хорош. Чё? Я не помню, мне... Нет, ну базу не уничтожили. Просто, видимо, по времени я сфейлился. Минус 20 кубков. Получить. Что ж, командор, я научил вас всему, что знаю сам. Теперь все зависит от вас. Сезон второй. Выполните все приказы Акбара, чтобы получить лучшие награды. Я поздравляю вас с завершением всех моих миссий. В качестве награды вы теперь можете выполнить сезонные миссии. Завершая сезонные миссии, вы получаете сезонные очки. Зарабатывайте определенное количество сезонных очков для поднятия своего уровня в сезоне, чтобы получить потрясающие награды. Да? Ага. Ну что же, надеюсь, у меня получится. Так, погнали. Ну, ребята, он у меня еще тот, кстати, вот предыдущий бой выиграл из-за того, что у него были юниты, которых не было у меня. Например, тот же самый бегун. На какой-то фигне, я даже не знаю, что это, как его даже назвать-то. В общем, отчедрючил он меня. Так. Давай, давай, вали их там всех. Отлично. Отлично. Нифига ничего не отлично. Дайте мне построить. Roger, roger. Успел? Успел. Так, спокуха, ребята. Смотри, а. Какой неугомонный. Вот достань. Нет, я пока тратить это не буду. Я лучше сделаю вот так вот. Взорвали. Нормально. Roger, roger. О-хо-хо-хо-хо, парнишка. Тебе сейчас будет совсем не сладко. Есть. Уничтожил я базу Кедрини Феникс. Так, уровень 2 награда какая-то. Что это у нас за уровень 2 награда? Так, погнали далее. Получить.
Дурандос какой-то. У нас 150 очков, а мне нужно 500 для того, чтобы перейти на следующую локацию, ребят. Ну, на следующую карту я имею в виду. На следующую планету. Так, правильно. Так, мы плохие парни, вопрос задают. Так, за кого я играю-то? Я уже посмотрел. Ага, за Империю. За Империю это хорошо. Так, тихо, голодранцы. Ну, ой, барабану дай ему. Конечно, ему по барабану. Ну, что сделал? Прекрасно. Замечательно. Мы отбили с тобой, да? Так, вот это говно надо уничтожить как можно быстрее. Все. Ох ты. Что ты заколебал, а? Надо помогать. Ребят. Ну? Посмотри, а? Их хлыщей этих вызывает. Так, это у нас огнемет. Огнемет не может бомбить по воздушным целям, так что все отлично. Так, погоди. Все. Выиграли, друзья мои. Прекрасно. Так, что у нас тут получается? Ух ты, что это у нас тут? Так, используйте карты. Победите, имея определенное количество башен, 2 или больше. Ага, следующая награда на 250. Соберите бесплатные карты из магазина. Заработайте медали, используйте штурмы, используйте карты, расходующие 3 энергии. А где такие карты, 3 энергии расходующие? Хм, интересно. Очень интересно. Только башни и базовые корабли, да, могут АТ и Т, турбо, танк-клоны, понятно. Так, за кого мы играем-то? Ага, что-то мы за Империю только играем. Окей, погнали. Надо прикрывать как-то нам этого. Так, не надо тормозить, игра, пожалуйста. Ай-яй-яй. Быстро-быстро, конечно, раскручили. Это что еще там залетит? Что там был за летун, объясни мне. Давай эту базу уничтожать. Нечего здесь сделать, да?
Как прекрасен этот мир, полюбуйся. А кто там бомбил? Я что-то не понял. Твою налево. Он его раскручит. И слава богу. Куда это вы, ребят, собрались? На прогулку, что ли? Странные. Так, ну ты, блин, вольнешь это? Блин, что-то правильно. Так. Погнали. Сейчас мы ему базенку раскурочим здесь. Отлично. Так, он мне, конечно, наверное, центральную снесет, скорее всего. Но это мелочь, да? Что он тут делает? Так, мы же выигрываем, да? На ничью пошел. Мгновенная смерть. Давай, давай, родные мои. Roger, roger. Ну? Yes, есть! Фух! Победили. Сложно было, не спорить, но победили. Опа. Усилили. Ну что, смотрим? АТ-АТ. Дальше. Штурмовички. Окей. Турбо-лазер. Опачки, друзья мои, разведывательный дрон. Можем прокачать его. И 360 шипов. Я считаю, что это очень круто. Так, получаем. Ух ты. Оу, щит. Ну-ка. Штурмовик-огнеметчик. Так, шипы. Командос. АТ-АТ. И бомбардировщик Ти. Прикольно. Прикольно, друзья мои. Так, здесь разблокируйте 12 часов. Вот этот куб будет разблокироваться, прикинь. Да. Ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, на сегодня закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!